В Курганском областном суде подвели итоги работы за 6 месяцев текущего года. За это время было рассмотрено больше 78,5 тысяч дел, из них больше 4 тысяч уголовных. На заседании отметили, в этом году зауральцы стали в 2,5 раза чаще обращаться с проблемой права собственности на землю. Квартирный вопрос также не перестает быть актуальным. В 5 раз увеличилось число имущественных споров. Председатель Курганского областного суда Сергей Уваров прокомментировал ситуацию, связанную с громким делом о крупном торговом центре. Напомним, 1 августа курганцы не могли попасть в Гиперсити, его двери были закрыты. Позднее стало известно, новый владелец компании «Коперник» вытесняет предыдущего руководителя ООО «Слайдерс». Приговор апелляционной инстанции был отменен с направлением на новое рассмотрение в Курганский городской суд. В настоящее время там уже начато первое заседание, это рассмотрение. Как оно только долго продлится, не готов сказать, поскольку объем большой доказательств, которые необходимо исследовать, и свидетели очень многие находятся за пределами Курганской области. Но это уже будет зависеть от многих факторов, в том числе и заинтересованности сторон в быстром разрешении дела.